Внимание, внимание! Перед просмотром видео содержит немного ненормативной лексики, и оно в таком лайтовом стиле. Так что если вам не нравится лишний разговор, а также на фоне говорящие старики, обсуждающие разную хрень, не смотрите это видео. Всем остальным welcome! Так, какая техническая задача? Поменять контакты, мол. Сейчас и крышку снимаешь, и меняешь контакты. Я только, Женя, там винтики такие. Надо, чтобы магнитная отвертка была или что-то. Я понял. Окей. Я сейчас даю контакт. Давай контакт. Потому что тот старенький, уже изношенный. Слышишь? Я поставил, доехал как-то. Он дал заводилку, да? Я думаю выкрутить свечку и поставить первый цилиндр, тоже чтобы правильно проверить момент зажигания. А потом все остальное. Да. Как давно я этого не делал. Смотри, сам. Отсюда он оторвался, этот проводок, смотри. Отсюда оторвался, да? Так. Я взял его. Ух ты! Прям с этой штучкой. Ага. И ты думаешь, завелась, не завелась. Там или хреновый контакт, или что? А ну покажи. А, вот он новый контакт. Да, я даю Женя, вот он. Я понял. Не, мне интересно, почему он не это. А знаешь почему? Возьми потяни за эту вот. За что? Там внутри где-то оторвалось. Пружинка, что ли? Нет, нет. Вот здесь ты вот. Ты старый внутри смотришь. Да нахрена он тебе же. Ну, давай. Интересно посмотреть, конечно. Давай. Я тебе забрал. Давай. А тебе-то он зачем? Тебе. А мы проверим. Да. Давай. Да. Прозвоним, я прозвоню его этим. Ну там вот эти два винтика, они такие неудобные, такие херовые. Я магнитную отвертку, чтобы не потерять, чтобы не упали они. Слушай, его проще это вот снять, этот трамблер. Слушай, не это. Успокойся. Успокойся. Я смотрю, какой мне нужен инструмент. Ну. Ну и как бы. Сейчас я его крутану тут чуть-чуть. Я хочу, чтобы они сомкнулись. Я хочу посмотреть на. Давай я про. Не-не-не, у меня все это самое. Тут все схвачено. Вы не переживайте. Ну, тут надо колесо будет подкачать. Какое колесо? Ну, вот это. Я такие хозяин. Пока работал на заводе, не было времени. Выходные приходят, едешь на село, туда-сюда мотаешься. Там бардак и тут бардак. Порядка никакого. А сейчас он как здоровье уже не то. Уже что-нибудь без работы надо. Да, Леня, блядь, жалко, сука. Такой завод разбомбили. Да. Причем без единой бомбы. Банда, бля. И не только этот, смотри. И красный посыпался, и танк. Ой, красный. И красный танк. Мы туда ездили, слышишь? Там, блядь, это вот, на станкозаводе, там сделали столько складов будматериалов каких-то, да, Женя? На Кисневом ты имеешь в виду? А? На Кисневом ты имеешь в виду? Или на каком? Или на Нивках? Женя, там лифт. На Нивках, вот за банком там вот этот завод. Это станкозавод. А как расшифровывается станка? А? А как расшифровывается станка? Станкозавод? Да. Станки делали, блядь. А, станки? Я думал танки. Станки. Нет. Станки. А, ну у них же там еще такой станок, как у Старшова был. Помнишь, стоял? Да, да. Женя, а у тебя отвертка не магнитная? У меня отвертка может и не магнитная, но магнит у нас есть. Те два винтика таких хреновых, я их не люблю. Ну это как на Днепре. Тут система, оно же все одинаковое. Что на Запорожчике, что на Волге, я, слышишь, что на Днепре. Я говорю Ленчику, что
Мы это вот давно уже не занимаемся, блядь, этими, как они называются, контактными зажиганиями. Да? Угу. Ты помнишь, кому-то я это вот делал, по-моему, Серпиня хлопцу делал двухконтурную систему на Москвич зажигания. Ну да, подгоревшие контакты. Ну то оно было у меня такое, лежало в запасе. Хорошо, что оно было, да я приехал. Окей. Что, новое ставим? Да, конечно. А что ж ты хотел? Перед установкой надо смотреть, чтобы тут никакого говна не попало. Парафина не было. Ну, парафина, волоски, даже волосок туда попадет. Вот у меня было, что волосок попал, и как бы все, он уже не хотел. Вот, да. Проводочек вот этот оторвался, да. И все. И я день промучился. Ёлки-по. Переставлял все, и катушку зажигания, и эти самые. Это, да. Слышишь? Ты не помнишь, наверное. Вот тут вот в тех гаражах ездил на Волге такой Корецкий. Толя. Крупный такой, хлопец такой. Он от рака умер. Давно уже. Короче. Как я с ним познакомился? Ехали мы с семьей, Женя маленький, жена и я с Клавдиева по этой дороге, вот по Варшавке. И вот как раз там, где кафе, Женя, сейчас стоит, так? Там его уже нету, там какой-то ресторан сделали. Ну да, да, сейчас там ресторан. Так вот, налево на Гостомель, где-то метров там 300 до этого, стоит машина «Жигули» с поднятым капотом. У него же «Волга» была. «Волга» у него потом была, Женя. Он представляет собой косичку, ну и покрытую изоляцией. А это, видишь, тут такой провод этого. И они от этого вот... Внутри раз, переламываются. Да, я так вот беру раз и вытащил, блядь. А внешне он типа как... Ну да. Короче, да, я ему скрутил... На, это вот. Я ему скрутил этот вот проводок, изолентой замотал. А как же ты наш... Ну, так а я же знал эти дела, понимаешь, эти дела. Это да. Вот. А как я определил, я тебе сейчас скажу, очень просто. Повернул контакт так, чтобы он касался этого. Потом заставляю включить зажигание и беру отверточкой контакта. Тих, понял? Есть искра, нет? Да. Нету искры, все понятно, дело в проводочке. Это настолько элементарно было. Блин, контакты, я ему сука, сделал китайские. Все. И поехали, разъехались, пока все. Денег я не брал, ничего. Блядь, сука, приходит ко мне сюда. Приносит две рыбки, таранки там такие, это вот. Пиво приносит, бутылку. Говорит, ща мы накатим. Не, это говорит, тебе спасибо за это. Он не говорил, что мы накатим там? Я говорю, я, во-первых, не пью. А во-вторых, таранка мне похую мороз. Но я забрал, потому что жена любит таранку. Отдал ей, блядь, вот так вот. Блядь, китайские контакты, сука, нихуя не отсюда, блядь. А? Я говорю, контакты ни хрена не отсюда. А что, Женя не совпадает? Ну, по отверстиям он не совпадает. То есть ты его поставил, а регулировки нету, ты его пытаешься туда. Не-не, Женя, есть регулировка. Да нету, я его пытаю, ну, короче. На видео потом посмотришь. Я хочу так, чтобы они разомкнулись и зазор здесь посмотреть. Вот он, зазор, который должен быть, которого нет. Ну, зазор я здесь выставляю всегда просто. То есть его надо... Жека, Открути этот вот винт и туда отдави. А вот он не отдавливается туда. Как не отдавливается? Ну, сейчас я сейчас вторую отвертку. Смотри. О! А ни хрена. Как ни хрена? Ну, надо... короче, я сейчас вторую отвертку возьму. Жека, и ручку. Да. Смотри. Сейчас я ручку. Ну, какой, сделаю, кстати, сделаю набор. Вот этот я возьму. Какой классный. Это советский еще? Да. Какой-то. Ничего себе. А что на нем написано? На заводе мне подарили. Да это он не советский, он, наверное, импортный какой-то. Ну, вот. Такой прям со всеми и насадочками. Не-не, я сам сделал. Сейчас мы все сделаем. Вот он зазор. И затяни верхний, я отпустил его. Ты чуть-чуть. Его тоже отпустил? Да. Я его чуть-чуть отпустил, все. Главное его не сорвать.
эти. Ну это что-то я маловатый зазор сделал. Да, маловато, надо сделать больше. Надо сделать больше. Отпусти верхний. Слушай, ты вот так мне говоришь, как будто бы я в жизни этого не делал. Слушай, Жека, я Лене рассказал, как я это вот сегодня лопуха допустил. Когда я спрашивал тебя, а кому, с кем ты договорился это вот? Ну, вот это зазор уже повесили. Я говорю, подожди, а я его знаю. Ну, может, и знаешь. Ну, блин, Жека. Саша, может, нас осталось знаешь. В этом ряду, наверное, только ты да я, да? И больше никого из тех, кто начинал. Я даже не скажу тебе. Так, ну что, надо его провернуть сейчас. Да, нормально. Нормально. А ну-ка теперь крути, чтобы зазор увидеть. Ну давай, ты будешь смотреть? Да, да, конечно. Ну ладно, ну вот. Ну ты прокрути. Не, так я так, чтобы он поклацал. А, есть, да, нормально, все. Ну. Все, да. Интересно, заводилки его можно завести? Может, конечно. Давай, нет, все, я собираю? Да. А ты же не соединил вот это. Ну, сейчас. Так он же соберет сейчас. А чтоб, зазор, а чтоб проверить все зазоры. Я говорю, я его знаю. Да. Откровенно говоря, я тебе скажу, я сегодня рассчитывал на это. Так, вот. Сколько тут гаек? Три гайки. Жека, так ты потом должен приехать, и мы должны разбирать гайки. Нет, я сегодня уже нет. А-а-а. Понятно. Тогда я домой еду. Это 1.5 в Москве, ну, движок, или 1.8? 1.5. Ну, нет, там были и 1.8, и 1.7. А куда же их ставили? А на какие-то типа пирожка или комбика вот этого. Ну на 41-м, по-моему, полтора тоже стоит. Там и такой был. Да. А не, Жигулевский ставили. И Жигулевский, там и Ренеультовские на него ставили. Там много было модификаций. Даже дизель ставили из фонда. Слышишь, ты этот вот провод сюда чуть-чуть от корпуса. Подальше. Я знаю. Сейчас я подкручу вот эту штуку. Ага. Сейчас надо будет проверить зажигалово. Ну да, сейчас проверим искру. Насколько оно тут все искрится. Все, главное их хорошо затянуть, но не сорвать. И этот проводок, да тут в принципе нормально. Да, все, да, больше, да. Больше не надо. Чтобы он... При тряске, чтобы он до конта, до этого не дошел. Не дойдет он никуда. Можешь не переживать. Да. Блять, такие маленькие винтики. О, видишь, пока это вот, пока поторчали тут туда-сюда, аккумулятор подзарядился. А у нас автомат, аккумулятор, этот вот заряд. Где этот? Потом. Давай сначала про. Ну я повешу его, чтобы потом его не забыть. Так да, мы не забудем. Сейчас вот отсоединять надо, так вот как я говорил. Что отсоединять? Я его сейчас покручу этим вертелом и проверим. А-а-а. Или даже стартером мы его сейчас погоняем. Ну давай. В крайнем случае это вот наш аккумулятор. Возьми пока наш аккумулятор. Да он уже там должен был подзарядиться. Что-то так. Ты это просто у нас... накинь, так. Да, да, да. Сейчас проверим все. Так, чтобы он в вентилятор тут не попал. Так, ну что? Это вот. Сделай, дай, пожалуйста, зажигание включи. Не, так а пусть стартером мотнет его. Не надо стартером. Зачем? Я хочу, чтобы стартером мог. А, ну его. Давай. Не надо, я потом повешу, то чтобы он там не попал никуда. В реальных условиях надо проверять. Да. 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 Стоп. Все, есть, лупит жирная искра. Все. Все, сейчас секунду. Пока мы сидим. Тут. Все.
заделаем. Кстати, а уголек там у него не выпал? Нет. Где он тут? О, вот оно. И белую эту одень. Так, сейчас, сейчас. Вакуум тоже мы оденем. Сейчас, 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 сейчас. Раз, два. Вакуумчик. Так, надо проверить на всякий случай наличие охлаждайки. Ага, все есть, смотри, полно. Ну, система хорошо, видимо, работает. Так. Так, ну, пробуем его, запускаем, как обычно, там подсос пару раз ногой его там, ну, короче, как обычно вы это делаете. Все, давайте. Так, еще раз. Газу стоп. Больше. Подожди, может ему раньше надо сделать, может он да, может сбился. Быть. Сейчас, секунду. Где тут этот хомут? А! Вот, а так, в какую сторону он крутится, все время забываю. Против часовой же. Ну вот он первый, 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 третий, да, против часовой. Против часовой, если против часовой, значит надо сюда. Вот сюда, да. Ага. Сейчас мы попробуем. Ага, на 12. Я все время забываю, что только на Жигулях на 13 везде, а так на совковой технике везде все. Они любят либо 12, либо 14. Так, а ну-ка сейчас давайте попробуем. Я ее чуть-чуть крутанул. О! Другое же дело, сейчас я стробоскоп еще подсоединю. Пусть работает. Пусть поработает. Сейчас. Может у него свечка одна сдохла, потому что что-то он как-то... Что-то он как-то не очень... хочет. Не. Не, не, не надо, не надо. Пусть чуть-чуть погреется. Пусть чуть-чуть погреется. Вот все, на этом газу погрей его, отпускай. Да не надо, ну что ты его тру? Не, я все, что надо, я сделаю. Трубочки еще медные, ну ничего себе. А это интересно с завода было вот это или это уже тюнинг? Это же тюнинг. Так. Слушай, может давай выпихнем его немножко из гаража, чтобы не дышал он там, Леня, этим дымом. Выйди еще вперед. Чуть-чуть. Да. А. Женя уберет, иди. Что? А что убрать? Там под колесом это. А, я уберу, я уберу. Ладно, я сейчас перескочу. Чуть-чуть назад, Женя уберет, Женя, на палку. Сань, все в это самое, не боюсь. Вот слышишь, Женя, слышишь как? Да, есть такое, подсвистывает. Так, а ну давайте назад чуть-чуть. Да. О, все, есть. И вперед чуть-чуть, чтобы его побольше. Еще, еще. Ну и все, вот так пусть стоит. Тут проедут, ну, никому не мешает. А что ты заглушил? Пусть работает. Сейчас мы с робоскопом его. Не, чтобы робоскоп посоединить, надо, чтобы... А так пусть греется. Сейчас он, слушай, я ему еще карбюратор крутанул. Ну, а-а-а. Посмотрю на... Он на подсосе сейчас? Да. А ну да, уберите подсос. В принципе, уже должен и без подсоса. Так. Нет, давай 2000.
Не-не-не-не-не, подожди. Я чисто так его на глаз для предварительно. Он не реагирует. Не, он реагирует. Так, я только вот тут вот надо отвертку принести длинную. Сейчас я принесу, пусть он пока поработает, погреется. А я сейчас длинную отвертку притащу и... И мне синюю табуретку. Я говорю, слышишь, ну, смотри, как... заодно сразу же ему и проверим. Да, все проверим, не боись. Все, сейчас проверим. У меня есть вот такие вот гипертурбо отвертки. Чуть-чуть побольше. Ну, сейчас мы все проверим, слушай. Ты не боишься. Специально, чтобы добраться до труднодоступных мест карбюратора. Мы сейчас, я проверю, будет меньше жрать. О, было переобогащенно. Было переобогащенно у него. Тут уже ему кто-то вот это выкрутил. Это вообще должно быть. Раз. А ну-ка. Другое дело. Теперь его поменьше надо. Так. Чуть-чуть его. Забыли два комплекта, а то замучились, а я откручиваюсь, чистилась. Так, богато было, я чуть-чуть убавил, а то... Так, где у него метка? С этой стороны, а, да, с этой. Ну давай попробуем подключить. 125 гривен комплект свечей. Давай попробуем. Вот такой девайс у нас есть. Вот. Так, слышишь, пусть он сейчас несколько раз резко нажмет на тормоз. Подожди. На, протри ему рожу. Это как он называется? Стробоскоп? Да, стробоскоп. Ну, вообще, можно, я могу и без него, но мне интересно просто, работает он или нет. Я честно говорю, я им давно не работал. Мы его купили давно-давно. Да, я не знаю, но он должен работать. Но он собачился, слышишь? Так, значит... А ну, подержи, чтобы оно не упало туда на глушитель. Да. Так, значит, это у нас должен быть плюс. Это у нас плюс, да? Это у нас управление. Ну, управление мы сюда подцепим. Опа. И масса. Ну и где-нибудь ее... Вышел. Тихо, тихо, тихо. Что-то он... А ты правильно маску подключил? Ну, желтый это должен быть прерыватель. К. Коммутатор. Ну, при... А, блин. Ни хрена мы не проверим. Так и что ты мне говорил? Вот, короче, что. Короче, ладно, держи. Потом починим, сделаем. Может, он тут неправильно подключен у нас. Ну, ладно, короче, разберемся. Ну, ладно, сейчас по-нормальному сделаю, как... Не работает, видишь? Я сейчас сделаю, как я это обычно делаю. Надо... Я отсоединяю вакуум. Надо дать 2000 где-то и проверить. Крутим. Раньше, например, его. Вот, перебои начинаются позже.
О, падают обороты. Возвращаем назад. Вот, до момента вот мы упоздняем, пока обороты не падают, и потом назад его возвращаем. То есть еще раз, вот рано, мы его крутим. Раз, обороты начинают падать. И вот чуть-чуть назад. Вот это вот его зажигание. Вот это вот. 92-й здесь у вас? Бензин? Да. Так, я сейчас чуть-чуть сбился. Ну вот оно положение. Сейчас я затяну его сразу. А то мало ли. Главное не коснуться контактов, а то или током ударит, или заглохнет. О! Есть. И вакуум. Сейчас обороты мы уменьшим. Ну, смотри, все работает, отзывается. Да. Сейчас мы обороты такой ему чуть-чуть поменьше сделаем. Ну, там прогревается. Ну, вот так вот могу, а например. Ну, это вот, нажми на то. Ну, я сейчас, подожди, давай я уже нажму. Проверим вакуумник. А ты знаешь, как... Ну, кстати... Сейчас я так. Не, я вот отсюда. Нет, смотри, нормально. Смотри, нормально все. Шикарно. Мне нравится, как двери закрываются. Песня. Так, Леня, заглуши и сделай аккумулятор так, как ты это вот, да? За это вот. Женя, забирай сюда эти. Ну, сейчас заберу. Его заснял школьникам, показал, как контакты меняют. Так что, Женечка, собирается. Спасибо тебе большое. Слышишь, не у нас проблем. Правительство собирается пенсионеров освободить от квартплаты. Так. А ты это вот. Я обойду так поздний. Давай, Толя. Точки такие. Аккумулятор. Я все сейчас сделаю, это поставлю, закрываю, закрываю. Офигенно. Ага. Вот эти вот штуки. Класс. А сколько вы на нем проехали? 225. А он у вас, ну, сновья или вы его как-то? Сновья. То есть вот с 80 какого там, 8-го? 8-го, да. Двигатель сколько раз делали, не делали? Не делал. Не, он не делал его ни разу. Ни разу, то есть 200? Я только снял головку, поставил две прокладки под 76-й, когда-то мода такая. Да, такая. Да. И все, вот этого они стоят. Я то есть 200, сколько вы сказали? 25. 225, это с завода вот за да. все это время? Да. Ничего не делал. Ну, я скажу, что я очень приятно удивлен, потому что он с него не течет. Ну как, ну так он чуть-чуть. Есть там где-то сыроватый, но здесь, так, чтобы прям конечно. Текло, так не, все отлично, все. И распредвал там, ну то есть ничего, кроме абсолютно. Того, что прокладок, вот то, абсолют. Что вы поставили. Это. Абсолютно, ничего. Шикарно. Женя, там была мода, Женя. Я понял, вот. Я понял. Ну мне же интересно, слушай, ну мне же интересно. Я не перегружал так. Ну возил, конечно, там цемент возил, когда строился, все. Ну так, знаешь, аккуратно. Шикарно. Ну, кузов такой. Кузов что-то ремонтировали, ну там за это время там что-то подржавело или. Абсолютно. Я все как взял, пригнал с магазина. Там у меня знакомые были в гараже аж возле Берковцова. Я загнал туда, они мне залили все. Горячее это, мазут. Все эти самые капот, везде позаливали. Меня когда стукнули в зад, меня уже стукнул на этом, на пешеходном переходе. Я поехал в Боярку, там тоже по знакомству. Я думал, что крыло уже я ничего не сделаю. Но он мне вытянул крыло и говорил, это было лет 10 назад. Говорит, я еще такое не видел, ни одной ржавчинки, ни денег. А какое крыло? Левое? Это получается вот это, правильно? Ну? Он мне вытянул его, Женя. Вот. Ну, я понял. Вот, вот. Угу. Загнал меня Жигуль, шестерка. Загнала его сюда, я думал, уже все. У него такие приспособления гидравлические. Он я вытянул понял. Его и подрихтовал. Я не красил, потому что мне сказали, надо все крыло перекрашивать.
Ну, то есть это заводская вот, ну, вот покраска. Это заводская. Я думаю, все крыло я перекрашу, все, оно уже такая краска. Ну да, да, да. А он мне замазал грунтовку, и я так и еду. Ну, отлично. Шикарно. Ну, все. Ездите дальше. Спасибо тебе большое. Все, обращайтесь. Хорошо. Все, до свидания.